14 ноября российская эстрадная певица, актриса, телеведущая и режиссер Лолита Милявская отмечает свой день рождения. Сегодня популярной исполнительнице исполняется 55 лет. Несколько лет назад артистка отметила, что совершенно не чувствует себя на 50. Так и по сей день фактически ничего не изменилось в этом плане. Певица никогда не унывает и продолжает дарить килотонны энергии и драйва своим поклонникам. Наиболее положительные воспоминания и даже улыбку у многих вызывает творчество этой артистки в составе любимчика всей страны кабаре-дуэт «Академия». Группа была создана в 1985 году Александром Цикало и Лолитой Милявской. Дуэт пользовался большой популярностью до конца 90-х. Во время существования дуэта было записано и выпущено несколько альбомов. Кроме того, группа давала аншлаговые концерты по всей стране, а также в СНГ, Европе и США. В 2000 году Лолита Милявская начинает свою сольную творческую деятельность, которая, кстати, стала не менее успешной, чем в составе Академии. В начале 2001 года выходит и одноименный альбом, который был продан тиражом в 50 тысяч экземпляров. А уже 18 мая текущего года исполнительница представила свой очередной студийный альбом под названием «Раневская». Пластинка стала 8-й полноформатной записью в сольной дискографии артистки. Подписывайся на канал и не забудь поставить колокольчик, чтобы тебе приходило новое видео. Всем удачи!